что за деревяшка такая? Мы кастрюли пробовали, да? Так, попал в стык. Попал в стык. Ну, тут на вылет, однозначно. Итого, получается, раз, два, три, четыре на вылет. Пять на вылет. И раз. Ну, это здесь в деревяшку попали. Раз. Давай считаем те, которые остались. Раз, два, три, четыре. Застряли. Но из этих это фортуна была обычная. Фортуна спорт. И вот это уже КБС. Ну, вот это хороший результат, смотри. Бам-бам-бам-бам. Как всегда, Зигушка. Молодец. По поводу Зига. Итак, пистолету без двух недель ровно год. Смотрим. Воронение. Или как оно, оксидирование. Ну, практически на месте. Рамка чуть подоблезла. Рукоятка. Артем, привет. Классная рукоятка. До сих пор доволен. Менять ни на какую не буду. Очень доволен. Дальше. Пружина в норме. Все нормально. Внутрянка вся нормальная. Всем рекомендую. Пистолет металлический. Ствол съемный. Куча плюшек и ништяков. Мощность запредельная. На любых патронах. На Фортуне Спорт 137-20, 28-21. Вот это те, которые лично испытывал я. Пистолет показал себя просто умопомрачительно. Поэтому даже менять ни на что не буду. От одного того, что он металлический, классный вид, я просто с него балдею. Хочешь фонарик повешай, хочешь что. Патроны кончились, можно и так в зубы дать пластиковым пистолетом. Передаем тоже особый отдельный привет. Они клевые, красивые, стреляют точно. Но оружие, на мой взгляд, должно быть именно металлическим. Здесь, как многие говорят, там силумин и силумин. Это оригинальная рамка от Наринка. Под боевой авиационный алюминий. Никакой не силумин. Вот еще раз повторяюсь, пистолету ровно год. Посмотрите. Ни задиров, ну кроме каких-то вот таких следов эксплуатации, ничего нет. Просто бомба. Кстати, по поводу магазинов. Многие тратят деньги, покупают Мигар, там, Шмигар. А отговаривать не буду. Если есть деньги, ребята, пожалуйста. Высверлена пятка, вот этот ограничитель. Заменена пружина на плюс 10 от Вульф. Стоит пластиковый ограничитель на 10 патронов. Немного поджаты губки. Вот здесь не трогаем. Поджимаем вовнутрь только левую и правую губку. Тоже год магазину, стреляю постоянно. У пистолета в данный момент настрел под 15 000. Судить вам. Лично мной проверено. На всех видео вы видите. От момента покупки на заводе на техкриме до момента вот сегодняшнего. Пистолет полностью в рабочем состоянии. Доволен как слон. Менять не буду.